Домашний хлеб – это маленькое чудо, от одного запаха уже текут слюнки. Но мысли о фигуре не дают покоя, даю рецепт хлеба без дрожжей в хлебопечке, используйте на здоровье. Кто же из нас не любит свежеиспеченный хлеб, а этот умопомрачительный запах, ах, но давайте будем действовать по принципу, совмещаем приятное с полезным. Думаете, так не бывает? Тогда попробуйте испечь хлеб по рецепту хлеба без дрожжей в хлебопечке. Вкусно, легко, а результат, как всегда, на отлично. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Семена льна высыпать в миску блендера и немного измельчить. На сковороду высыпать измельченные семена льна, добавить к ним отруби и кунжут, обжаривать без масла до золотистого цвета. В чашке смешать масло, мед и кисломолочный продукт. В миске смешать все сухие ингредиенты рецепта, затем в эту миску вылить смешанные между собой мед, масло и кисломолочный продукт, быстро размешать, миску поставить в хлебопечку, выбрать режим кекс или выпечка. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Готовый хлеб достать, дать остыть на решетке. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Мюка цельнозерновая 1 стакан, мюка белая пшеничная 1 стакан, геркулес 3-4 стакана. Необходимо брать овсянку долгого приготовления, хлопья, что готовится за 5 минут не подойдут. Сухофрукты и орехи 1 стакан, выбирайте сухофрукты и орехи на свой вкус. Кисломолочный продукт 1,5 стакана. Можете взять любой кисломолочный продукт на свой вкус. Масло растительное 2 столовые ложки. Масло оливковое 2 столовые ложки. Отруби 3 столовые ложки. Семена льна 3 столовые ложки. Кунжут 3 столовые ложки. Мед 1 столовая ложка, можно заменить патокой. Сода 1 чайная ложка. Соль 1 чайная ложка. Пекарский порошок 0,5 чайных ложки. Количество порций 7. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Удачи, друзья, заходите.